находимся в столичном агрокластере Food City, куда ежедневно приезжает более 5000 грузовиков с продовольствием. Однако буквально через 3 месяца, в октябре, сюда приедут сотни тюнингованных грузовиков. А причиной тому послужит международный фестиваль грузового транспорта TruckFest, который задуман как площадка для транспортных компаний, автомобильных брендов и профессиональных сообществ дальнобойщиков. Все действо разделится на 3 части. Первая часть – это профессиональная деловая программа, на которой будут подниматься вопросы транспорта и логистики. Вторая часть – это выставка коммерческая, где будут продемонстрированы компетенции различных компаний, как отраслевых, так и неотраслевых. И третья – это развлекательная программа для гостей и жителей города. И площадка Food City выбрана не случайно. Агрокластер в себе сочетает большое количество грузовых машин, которые привозят разные грузы и продукты питания на нее. Поэтому мы хотим сделать масштабное мероприятие, собрать очень большое количество грузовиков. Тюнингованные грузовики наглядно покажут зрителям, что дорабатывать можно не только легковушки. Они отличаются тюнингом, и большое количество людей вкладывают не только деньги в эту машину, но еще и душу, ресурсы и прочее, и создают здесь поистине шедевры. В этом году главной площадкой TruckFest будет Москва, но фестиваль пройдет и в других городах – Набережных Челнах, Казани и, предположительно, в Челябинске. А как стать участником? Необходимо к нам зайти на сайт truckfest.ru, оставить заявку, либо позвонить по соответствующим номерам, которые указаны на сайте. Свою историю TruckFest начал в Новосибирске, а в нынешнем году уже претендует на звание главного грузового праздника в России.